эпидемия распространилась быстрее любой болезни в истории. Разъяренные толпы, горящие здания по всему. Власти ожидают новые беспорядки. Людей избивают, мародеры. Он потерял сознание, лицо было. В городе объявлено чрезвычайное положение. Мы официально объявляем карантин на юго-западе США. Честность, самоотдача, порядочность – это ключевые ценности, лежащие в основе корпорации Umbrella. И на этой основе мы продолжим строить светлое будущее для всех. И ночью все хуже. Еще 3 дня, и я наконец уберусь отсюда.
Слишком много таблеток. Thank you.
это кто? Да-да, иду. Алло? Джилл, ты в порядке? Брэд, это ты? Срочно выбирайся оттуда! Что случилось? Нет времени объяснять! Выбирайся немедленно! Хорошо, дай только... Сюда! Брэд! Ты как? Что это за монстр? Без понятия. Но он охотится за агентами Старс в городе. Тобой и мной. И я сваливаю. Сама подумай. Чем больше ждем, тем больше в жопу. Как все произошло так быстро? Я не знаю. Но беда никогда не приходит одна. Все как в Англии, но хуже. Эй! Сюда! Мы здесь!
Это какой-то сон. Как столько людей могло заразиться? Фред! Берегись! Сюда! Их так много. Пожалуйста, я из полиции. Пришла помочь вам. Да-да-да. У вас прекрасно получается. Хотите помочь, можете приковать себя к одному из этих уродов. Сэр, это последний шанс. Никто больше не приедет за вами. Я никуда не пойду. Лучше помру здесь с голоду, чем пойду на корм одному из этих монстров. А теперь уходите!
Спокойно, я помогу. Кто ты? Что ты делаешь? Я Карлос. Спасаю тебя. Давай, пойдем в убежище. Кажись, оторвались. Надеюсь. Мы собираем здесь выживших. Где здесь? Мои ребята переделали вагоны в убежище. Все чисто. Я в норме. Личное пространство. Хорошо, понял. Идем. О, да ладно. Какой мудак их закрыл? Придется идти в обход. Так что ты знаешь о том монстре?
ничего, никогда такого не видел. Но это не зомби. Он точно знает, чего хочет и не остановится. Любишь таких мужчин? Ну нет, он весь твой. Поверь, ты в надежных руках. Я из отдела противодействия биоугрозам Umbrella, сокращенно UBCS. Ты издеваешься? Ты, блядь, издеваешься? Это же из-за вас все случилось! Стоп! О чем это ты? Мы тут людям помогаем. И что не так с Umbrella? Что не так с Umbrella? Боже. Твоя компания ответственна за все здесь происходящее. Ага. Вот только я ни о чем таком не знаю. Доверять мне ты не обязана. Но я иду в убежище. Ты со мной? Давай. Сюда. Капитан, этой милой даме пригодилась бы помощь. Карлос, ты даже не спросил милую даму, как ее зовут? Она элитный боец Старс, специальной тактической и спасательной службы Ракун-Сити. Ее зовут как-то там Валентайн. Джилл. Рад познакомиться, Джилл. Я командир взвода UBCS Михаил Виктор. Нас послали сюда спасать гражданских. Ну да. И как успехи? Город полностью отрезан от мира, изолирован. Большинство многотысячного населения ждет смерть. Поправка, бессмертие. У моего взвода сильные потери. Даже уберечь их жизни я не смог. Благодарите за это свое начальство. Да. Что ж, мы делаем все возможное. Если сдвинем с места этот поезд, то спасем часть выживших. Нам нужна помощь. Мои люди сами не справятся. Ладно. Я в деле. Но я на их стороне. Не на вашей. Без проблем. Мы ведь тут все заодно. Спасибо, Джилл. Хорошо, Суперкоп. Держи. Это чтобы быть на связи. Я знаю, что такое рация. Итак, начнем. Сперва снарядим тебя. Поднимайся на улицу. Там будут припасы. Окей. Okay.
Черт, капитан. От вас прям кусок оторвали. Ничего, проживу и без него. Джилл, это снова я. Ты уже поднялась? В процессе. Так какой у нас план? Старик приказал расчистить пути. Сможешь заставить метро снова работать?
И как мне это сделать? Сначала восстанови питание. Доберись до главной улицы, и я укажу путь к подстанции. Поняла. Не будем мешкать. Думаю, я бы смогла включить эту штуку, если бы поняла, что и куда вставлять. Thank you.
еще выжившие. Надо завести этот поезд.
Я на главной улице. Куда дальше? Видишь большие опорные башни? Это подстанция. Сможешь попасть туда через переулок справа. Ты про переулок в огне? Возможно. Ну, огонь бабе вроде тебя такое не помеха. Да пошел ты. Надо потушить огонь.
Видимо, это центр управления метро.
Жду здесь. UBCS? Да, аккуратней, аккуратней. Не смотри ты на меня так, я не заражен. Тихо, давай. Нет, нет, не стой! Какого хуя? Он заражен. Возможно, заражен. Пепстарс тряпки. Вот и дохните, как мухи им. А ты откуда? UBCS? Своих же убиваешь. Он бы обратился. Где твой инстинкт самосохранения? Возвращайся на станцию. Нам здесь такие сопляжуи не нужны.
боже, пахнет как... Да я даже думать не хочу, как. Чёртова мерзость!
готова. Пора валить отсюда. Да ладно! Отлично. А теперь рубильник основного питания. Карлос, это Джилл. Я восстановила питание. Молодчина. Осталась система управления движением. Иди в центр управления метро. Ага, я знаю, где это. Правда? На шаг впереди меня, напарница. Мы не напарники. Систему. Снова я здесь. Я в центре управления. Что дальше? Отлично. Теперь проложи маршрут. Хорошо. Секунду.
Итак, куда нам надо? Поезд стоит на станции Редстоун, а нам нужно на Фокс-парк. Справишься с этим? Эй, я же суперкоп. Считай, готово. Невозможно установить маршрут. Попробуйте еще раз. Пожалуйста, введите маршрут. Маршрут подтвержден. Карлос, это я. Маршрут проложен. Цел, ты нечто. Настоящий суперкоп. Давай на станцию. Мы подготовим поезд к отправлению. Thank you.
Молодец, Суперкоп, я впечатлен. Мы готовы? Да, почти. Но нужно полчаса на техобслуживание. Николай, что там у нас? Город кишит этими тварями. Пробиться не выйдет. Почему она здесь? Помогает запустить поезд. Зачем тебе этот мертвый груз? Она ненадежна. Не спустит курок, когда надо. Эй, остынь. Из-за нее ты погибнешь. Прости за это. Сейчас все на взводе. Да ладно. Опять. Ему нужна я. Что, эй? Выиграю тебе время. Эй, стой! Стой, Джилл! Нет! За мной, уебок ты сраный! Говоришь, Старс? Должно сработать. Слышишь? Карлос! Да. Черт! Нужно найти выход. Карта местности. Прекрасно.
Что это было? Дверь не открыть. Тут нужен источник питания. О, боже. Придется сжечь одежду. Что за херня?
Thank you.